Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду готовить чесночные пампушки. Это просто объедение. Мягкое пуховое тесто, золотая соленая чесночная корочка и ароматная свежая зелень. Они идеально подходят к борщу. Давайте же скорее начнем. Поехали! Итак, приготовим тесто. В миску вливаю теплую воду. В воде отправляю сухие дрожжи. Немного перемешаю воду и дрожжи. Затем сюда отправляю яйцо, сахар и соль. Немного все перемешаю. В массу вливаю подсолнечное масло без запаха. Перемешиваю. В миску начинаю постепенно всыпать муку. Тесто сначала замешиваю лопаткой. А затем, когда оно немного схватится, домешиваю руками до образования однородного теста. Тесто готово. Я заранее смазала дно миски подсолнечным маслом без запаха. Накрываю тесто крышечкой и отправляю отдыхать в теплое место на 1 час. Час прошел, и тесто подошло. Его я растягиваю в колбаску. Делю на 2 части для удобства. И эти 2 части опять растягиваю. Из теста вырезаю маленькие шарики. И немного их скатываю. Помещаю в шарики в форму и оставляю на расстойку на 15 минут. А пока приготовим заправку для пампушек. Как можно мельче нарезаю укроп. К укропу добавляю чеснок,
соль. Сверху заливаю водой и подсолнечным маслом без запаха. Хорошенько перемешиваю. Заправка готова. Шарики из теста расстоялись. Их сверху обмазываю яичным желтком. И отправляю выпекаться в духовку на 20-25 минут. Пампушки готовы. Теперь их смазываю сверху чесночной заправкой. Вот и готовы чесночные пампушки. Вышли они очень ароматными, вкусными и с ярко выраженным чесночным вкусом. Очень воздушные, пуховые, легкие. Аж захотелось борща приготовить к ним. Также можно приготовить такие же пампушки без чеснока. И получатся не менее вкусные хлебные булочки. Готовьте с хорошим настроением. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!